Занятые на общественных работах жители поселка Жосалы получили возможность бесплатного проезда на автобусе. Аким района Жандос Еркенбек лично проехался на нескольких автобусах, чтобы проконтролировать предоставление этой услуги уборщикам. Жители поселка Гульнафис Нурмаханова уже 6 лет следят за чистотой улиц. В процессе работы ей приходится по несколько раз пользоваться услугами автобуса. Каждый раз платить 70 тенге накладно. Она и коллеги по цеху очень рады новшеству. С августа им предоставлен бесплатный проезд на автобусе. Бесплатный проезд – это большая помощь для тех, кто живет далеко от центра. Тем более нас могут в любое время вызвать на работу.